Ребят, всем привет! Сегодня поговорим о том, как уводят внимание перекупы и что они говорят во время продажи. Видео будет интересным, познавательным и незабываемым. А что здесь заявлено, что оно не крашеное? Здесь крашено только сзади. Единая деталь, по-моему, не крашена. Давайте по-нормальному вам все покажу, нормальным прибором, не вашим китайским. Вот прибор, который стоит 400 евро. Вся машина бьет одинаково в любой точке автомобиля. Для тех, кто не понял, что произошло, поясню. Сначала он говорит, проверяйте любыми приборами, все в родном цвете, нигде ни единого подкраса нет, за исключением заднего бампера. Когда я достал свой, он говорит, так, стоп, ребята, у вас китайский, меряем моим. Я вам все покажу нормальным прибором, не вашим китайским. Вот прибор, который стоит 400 евро. Вся машина бьет одинаково в любой точке автомобиля. В реалиях цифрового мира, когда сплошная диджитализация, достаточно спросить у Гугла, сколько стоит его толщиномер. Вернее, даже не так. Мы сейчас спросим по-другому. Самый дорогой толщиномер. Первые вот эти вот пункты, это все реклама. Дальше 5 лучших толщиномеров, рейтинг 2019 года. Вот здесь вот, кстати, видно мой Итари. Но мы здесь не для этого, поэтому нам нужно посмотреть самый дорогой, сколько стоит. Итак, заходим вот здесь вот покупки, и он будет смотреть в украинских реалиях, сколько стоит самый дорогой из доступных, которые можно купить. Заходим, самый дорогой 21 400, дальше идут дешевле 7 800, то есть разрыв серьезный. На всякий случай толщиномер, который стоит 400 евро, умножить на 29, это 11 600 гривен. Таким образом, мы видим, что у человека, ну, совсем не такой толщиномер. Может, конечно, есть другие, 3,5, 5,800, 8, вот, допустим, с выносным датчиком, профессиональный, высокоточный, 8500 гривен. Может, такой? Да нет, совсем не такой, совсем не похож на него. И мы понимаем, что в данном случае человек просто обманывает. Любой, понимаете? Ни единая деталь, получил, не красная. А положите, пожалуйста, ваш приборчик куда-нибудь вот сюда, например. Пожалуйста. Показываю, что я сделал. Значит, я приложил к его прибору калибровочную пластину. Калибровочные пластины, они есть... Сейчас я достану свои. Значит, калибровочные пластины есть металлические с надписью «Ферит». Есть алюминиевые, ну, бывают они алюминиевые, латунные. При калибровке значение должно быть 0. Если оно не нулевое, прибор надо откалибровать для того, чтобы был 0. И потом уже будет показывать правильное значение. А положите, пожалуйста, ваш приборчик куда-нибудь вот сюда, например. Пожалуйста. Пожалуйста. Он берет и алюминий, берет, и берет. И... Почему у него нулевое значение без этого? В смысле нулевое? Ну, в смысле, вот голая пластина. Это маркировочная пластина, он должен показывать 0. Ребят, алюминиевая машина, пошлите капот, вот Audi алюминиевая машина. Секундочку, вот сама пластина, которая нулевая, я алюминиевая. Не буду с вами ругаться. Это тестовая пластина, которая имеет 102 микрона, или же вот в американских единицах 4 милс. И вот именно вот в этих единицах милс у него этот прибор. Вот только что парень говорил, что заднее крыло крашено, вы говорите уже из печёрка. Сейчас так, сами все заменяют. Вот здесь тоже родная краска? Везде автомобиль в родной краске. По сколу видно, что под... Это я подкрашивал сколы вчера. Под сколом, под сколом. Во-первых, здесь сверху краски не видно, а во-вторых, видно вон второй слой. Это хоть третий, машина не крашеная. Едьте куда ходите, проверяйте. Что вы мне рассказываете, я знаю, что не так. Едьте куда хотите, проверяйте. Мы уже такое проходили с толщиномером. Сначала меряйте любим, потом давайте только моим. Я могу уплотнитель снять? Я аккуратно повешу. Нет, тут все хорошо. Есть официальная станция Toyota, которая дает официальное заключение. Поехали, пускай они вот все проверят. 600 гривен стоит официальное заключение. На Toyota я лично
лет 7 назад не один раз на новых машинах приезжал менять лобовое стекло. И после этого нам ничего, просто я говорю, что поехали на Lexus. Станция это не последняя инстанция. На самом деле автомобиль сделан качественно, но сам факт окраса того, что он есть, этот факт присутствует, и никуда от этого не денешься. Хотя заявлено было, не крашено ни одного элемента, кроме одного бампера. Что машина не крашеная. Мы сейчас едем с вами на любую станцию ближайшую. Volkswagen, Audi, у меня все есть. Volkswagen, Audi. Поехали на Volkswagen, Audi. Если мне дают заключение, что она крашеная, я вам даю 1000 долларов. Вы готовы дать мне 1000 долларов? Мне не нужно заключение. Зачем вы рассказываете этот бред, Люда? Зачем мне это? Вы докажите сразу, покажите явный результат. Я вам показал. Что вы мне показали? Что я скол подкрасил? Да тут нету подкраски. Тут вот он не подкрашен. Дальше я понимаю, что заключение о том, хорошо отремонтировал автомобиль или нет, и тем более крашен он или нет, делается ну точно не в автосалоне продажи автомобилей. Ну, машина крашеная она хорошо, но то, что она крашеная, это факт. Дальше больше. Перекуп принял стратегию перейти на «ты» и пошел в наступление. Ну, к чему ты это говоришь, если ты в этом не уверен? Я отвечаю, что вот здесь вот машина крашена. Вот здесь вот на стойке. Хорошо. Мере свои. Поехали на Audi автосалон. Зачем мне на Audi автосалон? Нет, хочу, у меня вот тебе доказали. Я могу сейчас свободного маляра вызову. Хорошо, давай, зови свободного маляра. Ты специалист? Я в своем профи специалист. Специалист своего дела немного теряется в своих показаниях. Сначала он говорит 20 лет, потом 7 лет, потом 5 лет, потом опять 20 лет. В общем, он не знает, сколько он продает автомобили. Я занимаюсь 20 лет, сказать, а посрать это самое проще. Я же 20 лет занимаюсь, я тоже не дурак. 7 лет я занимаюсь. Вы рассказываете такие вещи какие-то. Ну покажите мне, где крашеная машина. Покажите мне хоть одну деталь. Дальше из разряда того, что вот ты ему ссышь в глаза, он говорит, нифига, это дождь. И вся бьет одинаково, ни единая деталь не бьет нигде больше. Шпаклевка не может лечь на один микрон больше. Я не говорю, что здесь вот эта деталь и вот эта по толщине отличается, даже на вашем толщиномере. Даже после того, когда я показал, что... Все, что в 0,5 единиц, это все допуски, ребята. Вы сколько? Ни одна рука маляра не положит краску. Здесь 4,5? Ну... Здесь 5,5. В одну единицу. Как... Ну, так это все допуски. Шпаклевка и лак бьет минимум 2. В каких единицах он у вас меряет? Вот здесь вот в микронах. Микроны, конечно. А в чем микроны? Вот микроны. Так как... Это у вас такой прибор, у меня такой прибор. Какая разница? Так, а цифры... Отвечает одинаково он за все. 4 мили. Мил, правильно. Не мили, а мил. Это 100 микрон. Значит, что такое 100 микрон? Это... Сейчас я сделаю не так, я сейчас покажу. Вот толщина вот этой купюры, это 100 микрон. Так вот, показатели в милах, они в 25 раз отличаются от показателей в микронах. Так вот, его прибор настроен на американскую систему, ну, простите, на английскую систему. У нас же европейская метрическая система, все меряется в микронах. На его приборе, если приложить по вот этим данным, будет 4, а здесь практически 100 микрон. То есть разницу понимаете, 4 и 100, это разница в 25 раз. Как вы стекло клеите, чтобы уплотнитель не закрасить? Стекло, когда? Ни один человек не обклеит стекло так, чтобы не остался хоть миллиметр стекло. Стекло срезается перед тем, как клеится. А ничего, что это родное стекло, засверленное одинаково шильдиком по всей машине. О чем вы говорите? Какое стекло срезалось? Не думайте. Криминальное стекло тойотовское, которое шло заводом-производителем. Вот дырки все висят, все наклейки. Когда стекло вклеивается, резинка ровно не ложится никогда в жизни. Вот здесь резинка ровно никогда в жизни не ложится. Вот по поводу стекол, я их больше, чем полжизни клеил. Поэтому мне рассказывать, как правильно вклеить стекло, точно не нужно. Я вам показываю очевидные факты. Вы говорите абсолютно неправильно. Я вам показал своим прибором, где есть шпаклевка. Это краска, это ни один рукомалер не покрасит автомобиль в один микрон толщиномера всей машины. О чем вы рассказываете? Go up when I pull up, they all on me like
like they want some. Think I got what you need, well I have none. Hop off, you're a freak and I'm handsome. Slide up in the club like 2 Chainz. This snake is on top of the food chain. Stand out like a star, no new name. All these words in my DMs, no message back, I just see them. I get them hooked and I'm reeling them, throw them back when completed. I'm a snake on this plane, I'm speeding up, I see the flame. Пока свежо в памяти, оставлю легкий комментарий. По машине, на самом деле, вопросов у меня минимум, хотя так или иначе не есть. Подкрасы есть, бампер передний, задний у нее крашен не очень хорошо, но есть. Также крашено заднее, подкрашено заднее правое крыло, передняя правая стойка, на торцах двери и, в принципе-то, и все. По двигателю вопросов как таковых нету, ничего нигде не откручивалось, коробка не снималась. Затыков по коробке нету, покатались на этой машине в разных режимах. Вылезло несколько ошибок, сейчас буду изучать, что это такое, потому как ранее с этим не встречался. Машина адекватная, машина здоровая. То есть данное транспортное средство можно рекомендовать к покупке, но чуть-чуть дешевле. Сейчас будем общаться по цене. А теперь я пошел читать ошибки. А вот эти ошибки, ну то есть я посмотрел, бегло почитал по форумам, они возникают вследствие установки сторонней сигнализации. То есть это не хорошо, не плохо, это констатация факта того, что она есть. Больше такого, чтобы из активных ошибок вылезло, я ничего не вижу. По двигателю я не вижу, чтобы кто-то разбиралось. Вот. По покраске, кто бы что ни говорил, есть несколько подкрасок по кузову, по правой части, но сделано очень хорошо, очень качественно. Грубой покраски я не вижу. Снизу никаких ударов, ничего. Передний, задний бампер снимались, подкрылки, я так понял, это дополнительно ставили. Да, все четыре на Toyota в базе. Потому что они офигенно красивые, но на камрях они не стоят. Ну, то есть большинство, сколько я их видел. Ну, они же бесшумные. Вот, крашеные суппорта. Не знаю, с какой целью, наверное, чтобы красиво было. Диски выкрашены, а суппорта, ржавые, налет ржавый. Ну, как вот влажность. Осветленный, правильно сказать. Я налета как такого... На мини он... Белый налет, когда, ну, в общем... Это моя просто подготовка, я так подготовлю. Соглашусь. Нет, то, что машина подготовлена, она забрызгана везде, где только можно. Весь пластик, все. Жирно. Я не жалею. То есть подготовлена она действительно хорошо. То есть какого-то такого... То есть критики по ней я не вижу. Еще скажу, что я не верю, что у нее 87. Я думаю, чуть-чуть больше, но ничего страшного в этом нет. Тут, ребят, все в порядке, здесь максимум 20 тысяч пробрал, не я. Ну что-то где-то есть, да. То есть есть... Toyota, это ничего страшного, я скажу вообще. Имеем Toyota, Toyota Camry, стоимостью в 21 тысячу $400 изначальная цена. По итогу имеем автомобиль интересный, классный. Очень качественно сделанный, но из-за того, что он деланный, пошла легкая заруба. По итогу мы приобрели этот автомобиль, ну, конечно, не за 21 400. Приобрели мы его практически за 21 тысячу, там что-то 20 800, точно уже не помню, надо в архив посмотреть. Если зафиналить, подытожить, машина действительно классная, машина очень хорошая. Недостатков по ней аж только глюк от дополнительно установленной сигнализации. Все сделано очень качественно, машина, ну, просто перфект. Ну, хотя я думаю, что там тысяч, наверное, 150, но для Camry это реально не пробег. Ребята, будьте внимательны, будьте бдительны. Ну а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1авто. Всем здоровья, всем пока-пока.